которую мы делали совместно с Валерием, она получилась благодаря, конечно, текстам Валерия. Потому что если бы этих текстов не было, не было бы такого желания даже бы, допустим, иллюстрировать своими работами какие-то другие стихи. У него особое стихосложение, которое мне очень нравится. И, соответственно, мы работали совместно. Он уже, я ему дал набор моей графики, а он уже выбирал по своему усмотрению, каждому своему стихотворению какой-то кусочек, даже фрагмент. И вот эта вот точка, она уже сейчас стала библиографической редкостью. Она, конечно, незабываемый опыт. Поэтому спасибо тебе, Валера. Друзья, выставка Владимира продлится до середины августа. Следите за нашими новостями в группах Facebook и ВКонтакте. Выставка открыта. Поздравляем Владимира. Спасибо. Пожалуйста. К сожалению, галерейка маленькая. Поместиться там может не больше 3-4 человек. Так, ладно, потом. Неужели место не так нормально? Что это за? Да. Придет время билеты.